знаем, что они косячили. Бери. Не, пусть выберут сами себя, кто это, ну, не знаю. Самовыдвиженца найдут, кто суицидник на сегодня. Так, жена в рейде, восьмая группа, кидает ролл. Вот. Подождите. В смысле, типа, какая разница? Любого надо брать, все равно же ГП они будут получать. А куда идем? Вы куда? Я говорю, восьмая группа кидает. Да, Джайна. Не касается. Там ДК выиграл. Да, Йотун победил. Значит так, косячники. Один пул, что-то с вами не так. Сразу же на замену беру другого. А по кругу будем их? Круговое... Я так понял, места нет. Круговое ГП, да? О, ну ты еще дольше приходил бы, когда мы убьем же Джайна. Круговорот ГП в восьмой пати. Кровавый взор вчера талантливо напуливал в взломане. Все там, заходить? Никак не видишь. Да, заходи. Рейд полный. Даю тебе промоут, ставишь метки, назначаешь хило. Показывай класс, а я перекурю минутку. Я надеюсь, седьмая, восьмая группа знает, что им ливать нет смысла. Не, можно ливнуть за ГП. Ну да. Смотрите, седьмая, восьмая группа. Это, если вы понадобитесь, вы должны быть всегда у ком. У нас люди могут вылететь, у нас что-нибудь может произойти, поэтому вы не заметите. Чё свеча-то вчера упала? Аркус из ов. Короче, если чё, я в дисе сейчас плюсану, если нужен буду сказать. Тимыч, ты на РС будешь нужен. Фарадыч, ну же понимаешь, цветение просто так в сумку не упадет. Надо там. Меточки, хуеточки, все дела. Что ты думаешь, я не расставлял их никогда. Я зато буду знать, что они ровно. Ну так это самое главное, мы не погибнем от натиска. Так, япончик, дамочек, пока тут что. Рыбу идите ешьте, пока не пропала. На присутствие. Анхоли или Фросте? Давай будешь во Фросте, ты у нас будешь на боссе, пока пианист будет на трэше. Настя. Настя. Ладно, Настя так. Япончик, встаешь в ромбик вместе со шторами. Денчик в печеньку. Пока тут звезду, Настя в трусы встанет. Как Настя вовремя-то наушники надела? Настя в трусы встанет. Да, я услышала. Настя в трусах, нормально все. Надевала, да? Вчера звезда, сегодня трусики. РДД зона. Трусы на звезду. Локи в печеньку. Проня в печеньку. А Дарт у нас ком. В Леме, что ли? В Ленхе. Ну, в вагоне, я понял. Фростгорн с Женьком. Пойдете в звезду. Войд туда же. Резист с Энджи в трусы, Прости в трусы, Розелина, Даркис и
Мяка в ромбе, грин персик в трос. Мили зону сами распределить. То есть миликом пофигу, да, как вы? Убегайте в ту, которая больше нравится. Где там Денчик стоит, в какой метке? Денчик в печеньке стоит. Ну что, всех распределил? Типа милики и так разбегут. Что-то плохо слышно было. Женек, стоишь в звезде. Ага, хорошо. Пристабал, дай. Кирс, чего не хватает? Женек. Дайте кулак по энху. За переход не по ней будет? Уже было. Все, запускаю босса. А рыба была? Он еще стоит возле шкафа. Под совиной жопкой. Не забудь саброты выпить. Блять, Кирс проебщик. На боссе алоэ, пианист вводит трэш. Ты звезда в этой, да, звезде. Звезде. Я знаю только, что со мной просите, больше ничего не знаю. Смотрите только за своей лужей, не обосритесь прямо в мед. Если там этот шторы вылетит с ромба, помогайте подхиливать. Норм.
меня аддон багнулся или на ком-то нет сапфо? На ком? На двух. Ники? Отдадим шанс. Последний шанс. Да-да-да, это на мне, я выпил, я выпил. Пропустил начало. Спасибо. Кто второй был? А мне другого показывают. Ну, разлин не висит сапог. У тебя кого Фарад показывает? Он уже исправил. Ну, а что все там следующие прикидали? Шторм. Шторм. Бегите, звездочку быстрее сторону. Сбегитесь. С алоэ мелких мобов убери. Который вылетел. Да ладно, бля. Кто удивлен? Сука. Справимся без него, что скоро шторм будет. Поэтому подхиливайте ромбик. Ну, кончик ромбик будет справляться, если не будет, я подниму. Женек, есть что, помогай подхиливать. Да не надо. Шторм, надо. Шторм. Женек, услышал меня? Я в курсе, что ты Элем. У нас минус один хил. В случае чего помогаешь подхиливать. Ну вот нормально мы прохилим метку. Ничего страшного. Денчик мне поможет с трусами, я и пончику помогу с ромбом, если что. Не надо оспаривать то, что я говорю. Если я попросил его подхиливать в случае чего, значит он это должен сделать. Какие мои слова? Ну куда, куда? Ты дебаф никто не словил? Мастер аура на огонь нажмите. Лучи 3 секунды. Войд, поднимай Даркиса. Метки лежит. Хуй его знает. Но пинку сын.
Он япончик в рамбе. Он пишет, что у него пинка. Че, поднимать его, нет? Ладно, не трогай. Это перифаз. Лучи. Закройте. Броню поднимать? Да, вот его поднимай. Сразу лучи будут мелики. Даркис, как пинг у тебя? Нормально? По япончику СС, да. Лучше после купола подымем его, если что. Вообще его не надо трогать пока. В огонь не забегайте, он дымажит, если что. Праска, ауру от льда. Мастер аур, скажу, когда прожать. Один иннер по ДЦ дайте. Натиск. Дал. Сколько там таймера до купола? Еще минута 18, еще рано, Геру. Луч! Я скажу, когда Геру. Натиск! Настя, дай Геру. Тебе медлило. Да, ты в лужу наступил. Персик ЛР поднимай. Хуй его, что замедление не снимаю. Дамажьте активнее, ребят. Купол через 13 секунд. Метки разбить быстрее. 2 секунды. Пока тут поднимешь Энджи,
пока тут. Сильно далеко забегаете вперед, держитесь посередине. Короче, после купола пока тут Энджи, а Энджи поднимет Вар и Грутар. Последний осколок, да, остался? Да. Убивайте 8%. Так, отмена БРов. Пока тут поднимает Энджи, а Энджи поднимает Япончика. Я уже встал, но мне СС был. Ну окей, Энджи-то АБРь меня. Вар. Аф сразу обновляйте. Луч. Мерик съебнули. Тотемы уберите с центра, нахуй. Дарт, ты свой тоже. Дарт, на твой тотем он также сагрится. Мой тотем не убирается. Брустанули метки. Луч, луч. Добивайте 5%. Натиск. Лорей, кто, блядь? Уйди. Ну, блядь. Алло, это чё, блядь, слепой? Луч. Луч. Ты шара здорово, не убил. 0.5. Сука, почему нельзя было на прошлой неделе так же сделать? И на позапрошлый, да? Да, потому что... Так, а я надеялась на долгие мучительные траи, это что такое? Так, к сундуку никто не подходит, кому нужен квест-айтем с Джайна? Только мяки? Да, у всех есть уж. Заберешь, короче, квест-айтем. А чтобы его брать, нужно осколки собрать, да? Нет, как да, странно работает. То есть после того, как душу напрямил, берешь квест, финальный, то бишь где 25 осколков, в этот момент ты уже можешь хватать этот осколок. Фейснирую, говорит. А, у нас же было, что Лич сдох, да? И теперь это все запустилось. И забыл про это. Открывай, забирай осколок. Цветение. Поздравляем шторы с полученными тапками. Харада не заслужил. Согласен. Тихо там. На офспека дайте кому-то. Блять, мне на престал тапки нужны. Офспек нажму, как сволочь.
Поскольку Шторм вылетел с босса, сундук его сумонить не надо, и он остается без лута. Так Шторм бы все равно не было бы лута, не присутствовал. Короче говоря, тапки по роллу на офспек выиграла. Настя, эти тапки тебе не подходят, я их отдам Япончику. Я знаю, давай, конечно, Япончику. Шторы, пиши лучше на форум, либо что-то делай с компом. Бисовая шапочка. У меня, кстати, есть покупатель на нее за 80 тысяч. Кто там ролит? Есть там кто ролит? Скажи. Пока что Engine, а мы инспек. Войт и Гейн офспек. Да, Кир, зовут. И все. А, ну тогда давай. Сколько человек на мейнспек? Engine надо пускать. Только Engine. Ага, просто с себе взять, ну, такое. То есть шапку я могу продать в следующий раз. Я заберу себе нахила в следующий раз. Так, ну что, продаю цветение. Давай. Что как, голды? Пойду хоть камни нормальные поставлю. Фарадею, что ли, продаешь? Да, кому еще? А, он же там кричал, я куплю, куплю. Ну да, вот о чем и речь. Так, давай маунта ролить. Без ГП. Сколько я надо куплю? Начислять, я не помню. Второе число, да? 500. Первое. Это ж как считается, как мейнхенд. Да, блять, не... а ему за глору давали, как за мейнхенд. Не за глору, за мейнхенд зачислил. Ну тогда это два мейнхенда. У тебя две руки, два мейнхенда, две двуручки. Давай, лага целую. Да ему похуй, забей, начинай. Главное, что выпало. Первое или второе число-то? Первое. Типа, я не Лёха. Говорю. Лага. Короче, я начинаю второе число, потому что за глору ему дали полную стоимость. Так, а с глоры сколько? Столько же дают? 937? Да, нет. За глору ему дали 1875. Лага. Он говорит, без ГП купит. Ты это там, давай. 100 кассиков, да? Вот он 200 обещал вообще, я не помню. 200 это за 2 бы. Оп. Ну что началось? Я такого ролла не кидал. Копил энергию. А Вага не копил, Ваги 3. Ну, у меня 3, поэтому я забираю. Ваги сегодня 3, потому что вчера наконец-то... Вага, кинь еще один ролл за меня. А там вряд ли сотка будет. Кинул ролл пианиста. Сколько там? Два. Два, нормально. Три, два. Три, два в сумме пять, нормально. Летим в РСХМ. Нет, два. Два это у Фарады. А у Ваги 89, но сотку все еще и не перебил. Ах, пускай они вместе ролл сложат все равно, да? Ты видел, как я божественно лучи водил вообще? Лёша, почему у тебя так отваливается лицо? На второй фазе мы с Денчиком охуели тебя хилить. А на второй. Я вообще била трэш. Я в соло танчил, плюс я закрывал метеоры, плюс я сейвил людей. Хорошо. А правда? Лёха, это такой вопрос. Алоэ, он же свет танчит, да, в ДВшном теперь? Да. Чё, мне тогда варом, может, тьму потанчить? Если варом, а я чё, паладином буду... Реально, куда ты, Лёша? Ну ты это, ты в свету посмотришь там за рейдом, ну этих потанчишь мелких. Так, чё началось-то? Ты варом можешь и в этом потанчить, если хочешь, и в черном. Кават вред, а там ДК есть ещё какой-то? Ну, я имею в виду, что свет танчишь. А, блядь, там ДК нет. Ну, я говорю, что вечернее этим ДКшникам пойду тогда. Кого доступ в РСХМ нет, может выходить с рейда. В смысле, варом танчить собрался? Может, какая сейчас ерунда? Я камни быстренько.